Так, все, дети, мы приехали. Видите поле? Теперь бегайте по полю. Я не могу на тебя смотреть, честно. Всем привет, ребята. Всем привет. Всем привет. Привет, давно не виделись. Давно не виделись. А у нас снежок выпал. Очень. И мы так рады. Даже такому снегу. Так, у нас сегодня, какие у нас сегодня планы? Мы сегодня идем отмечать день рождения Макса и Каролины. Да, Макса и Каролины. Ну, Каролина будет в понедельник, но мы вместе, в общем, отметим. Так как в четверг папа у нас работал. Тоже приедут, да, там позвали кое-каких друзей, родственников. Ну и что? Что теперь? Мы же не можем забронировать. Можно. Было бы круто. Нет. Ну, так да. Что сегодня у нас продолжение дня рождения. Да, Макс? Сейчас папа поехал по делам. Приедет. Мы позавтракаем. И потом поедем. Он пошел в пост. Что вы смотрите? Блинчики. А, круто. Классно. Мама, я хочу блинчики. Так, ну что, пойдемте завтракать. Маргош, переодевай пижаму. Это этот, что ли? Улитка Герри. Это все. А он сначала рисует на холодной сковородке, а потом только включает, чтобы поджарилось. Сначала он на холодной, а потом он не включает. Угу, классно так. Не улитка. Твоя улитка? Пойдем кушать? Да? Привет. 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 Молодец. Все, пойдем. Да-да. Пойдем. Так, все, поехали. Нам нет. Подожди, Иисус. Обуваемся уже. Между прочим, площадка открыта до 6 часов. Сейчас. Так что, если не успеете, Ксюшка уже готова. Что такое? Ты танцуешь? Давай, обувайся. Ура! Снег! Ой, ты что, не пытайся в меня. Мама? Только не... Не надо. Коров! Коров! Ау! Бедные дети, снега не видят никогда. Бедные дети. Ну что, погнали? Да. Погнали веселиться. Ксюня. Так, все, дети, мы приехали. Видите поле? Теперь бегайте по полю. Смотри, как круто. Вон сколько можно пробежать. Это же весело. Все? Не больно? С ума сошли. Сальто сделай. Тут нельзя. Нельзя? Нет, тут нельзя, видишь. А-а-а. По одному, Каролина, по одному. Ой! Давай, мама!
Прыгай давай, прыгай, прыгай. Прыгай, прыгай. Папа! Почему? Машинка одна свободная. Здесь можно до 40 килограмм подпустить. Ты проходишь. Смотри, папа сейчас поедет. Посмотри, как он едет. Сейчас он снесет здесь все. Опали! Поехали. Да, мы поехали в Макдональдс, все проголодались. Я Лена. Напрыгались. Очень сильно хотим пить. Я Лена. Набегались, напрыгались, я все Лена. Голодные. Да, да. Все голодные. Там. Приятного аппетита. Ксения. А? Приятного аппетита. Спасибо. У нас так много. Прям целых два стола. Что там опять этот кубик? На. Я собрала. Угу. Голодные, бедные все. Три часа играли на площадке. Аж проголодались. Маргарита, что с тобой? Ты разучилась кататься? Сказала, это какие-то неправильные коньки. Она не может на них кататься. Такое ощущение, что она первый раз на коньки встала. О, вообще. Да, Маргарита, ты чё? Нормально катаешься? Что с тобой? Да ты... Я не могу, Маргарита. Я не могу на тебя смотреть, честно. Ты притворяешься или правда не можешь кататься? Накатались? Нет. Нет, не накатались? Ну, уже поздно. Может, завтра приедем, если получится.
А так вообще классно. Лучше этот каток, чем в прошлый раз мы были. Здесь, получается, ты платишь, и ты катаешься сколько хочешь, а там только по часу. И здесь больше каток, чем там. Так что мы будем сюда приезжать, да? Все. А? Приехали мы домой, наконец-то. Ой, ну что ты делаешь-то, а? Мама. Как Маргарита каталась на льду. Ага, я видела. Мама. Какой сегодня день? Сегодня? Да. Сегодня день выходной. Сегодня 15. Сегодня 15. Как называется? Как называется? Суббота. Ну, спасибо. Ты прям такая у нас это. Мама на прошлой неделе. Здравствуй, дом. Милый дом. Ну что с тобой, а? Макси, башмаки на место. Хорошо? Телефон оставь, раздевайся. Мам, я думаю, что Алба и Юля, они уже уехали на каникулы. Нет, они не могут на неделю раньше уехать. Смотрите, ребят, Маргарита звездочки сделала на окошко. Красивые такие, прелесть прям. Я еще одну сделала. А? Ксюша, Ксюша, пойдем в кроватку. Пойдем? Пойдем? Давай, пойдем. Пошли. Давай, давай. Пойдем. Я тебя провожу. Уснула на диванчике, как всегда. Merry Christmas, Merry Christmas. Он цвет меняет или просто сам стоит такой? Можно и цвет поменять. Нет, у тебя сейчас не меняется? Да, меняется. Все, спокойной ночи. Тоже пошла отдыхать. Все, ребятки. На сегодня день заканчивается. Всем пока-пока. Пока. Пока. Ксюшка уже спит.